В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Марии Рунич. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Можно ли курить на балконе? В России вступили в силу новые правила пожарной безопасности. Лучший молодежно-профсоюзный лидер, сотрудник ядерного центра, победитель отраслевого конкурса среди представителей предприятий атомной отрасли. Город единства непохожих. В Сарове проходит благотворительный марафон. Далее расскажем обо всем подробно. Правительство России утвердило поправки в правила противопожарного режима. С 1 октября запрещено пользоваться открытым огнем на балконах и лоджиях квартир, комнат, общежитий и номеров гостиниц. Согласно пункту 436 противопожарных правил, его источником мог быть в том числе горящая спичка и сигарета. Можно ли курить на балконе и лоджии, выясняла наша съемочная группа. Жарить шашлыки и ставить газовую печь. Зажигать свечи, спички, зажигалки на балконе теперь запрещено законом. С 1 октября действуют поправки в 90-м пункте правил противопожарного режима, которые не разрешают разводить огонь на балконах и лоджиях квартир, гостиниц и общежитий. Больше всего изменений в правилах противопожарного поведения взволновало курящих граждан. Данный пункт запрещает разведение пламени, то есть спичек, зажигалок, разжигание свеч. Но, исходя из того, что курение на балконах разрешено или запрещено, нет запрета на курение на балконах. В правилах противопожарного режима такого пункта нет. Слово «курение» в поправках звучит лишь в одном пункте, где говорится об ограничении на производстве. Про балконы сказано следующее. Запрещается использование открытого огня на балконах, лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Сотрудники пожарной охраны утверждают, что зажженная сигарета к этому пункту не относится. Зажженная сигарета – это процесс тления, поэтому курение не является открытым источником огня. Это не значит, что за курение на балконе человек не понесет ответственности. Если сигарету не потушили и что-то загорелось в вашей или соседской квартире, виновника накажут штрафом до 5000 рублей. В некоторых случаях действия могут расценить как уголовное преступление. Квартира, в которой проживает гражданин, может пострадать крупно. От воздействия опасных источников пожара может пострадать нижележащая квартира, вышележащая квартира, тем самым причинив ущерб. Если ущерб будет превышать определенную сумму, то, возможно, будет введено уголовное дело по причине неосторожного обращения при курении. За прошлый год в России произошло около 2000 пожаров на балконах, в половине случаев по вине курильщиков. Поправка нужна не для того, чтобы избавиться от них. Главная цель – безопасность россиян. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в YouTube. К другим новостям. Бездомные собаки на улице города часто становятся причиной конфликта между жителями. Одни жалеют брошенных на произвол судьбы животных, другие считают, что они опасны и представляют угрозу жизни и здоровью людей. На автобусной остановке в Балыково больше года живут бездомные собаки. Одни саровчане подкармливают животных, другие грубо их прогоняют. Рядом обустраивают новые частные дома. По словам жильцов, собаки агрессивно реагируют на прохожих и мешают стройке. Светлана Ермакова живет чуть дальше и иногда выходит на остановку раньше, чтобы покормить пушистых друзей. Проблема в том, что здесь обижают животных. Конечно, животные здесь никому не нужны. Я прекрасно это все понимаю, но и не могу допустить, вот сейчас опять не могу допустить то, что вот так вот относятся к животным. Со слезами на глазах Светлана рассказывает, что строители соседних домов жестоко обращаются с животными, избивают лопатами и прогоняют с остановки. Когда женщина кормила собак, мужчины накинулись и на нее. Саровчанка неоднократно предлагала компромисс. Надо выловить все-таки животных, и чтобы люди жили спокойно. Вот это зло не было, свою агрессию на животных не срывали. Ну, вообще-то, я думаю, что службы должны заниматься вот такими бездомными животными. Если у них же есть и волонтеры, даже вот такие, как я, посторонний человек, я тоже могу принимать участие. Волонтеры из приемника предложили забрать собак на 10 дней, накормить и сделать прививки. Больше этого срока держать животных не смогут. Нет мест и средств на содержание. В департаменте городского хозяйства пообещали в ближайшее время организовать отлов и пристроить собак. Мы должны помогать животным, а не обижать их, не бить, и носы перебивать, и лапы перебивать, и обращаться в службу. Да, конечно, это время занимает, но и тем не менее, мы же люди, должны оставаться людьми. Если проблемой не заняться сейчас, собак будет еще больше, как и конфликтов местных жителей. Остается надеяться, что они смогут договориться и решить вопрос мирным способом, а животные найдут достойный приют.
Саровчан в возрасте от 10 до 35 лет приглашают принять участие в межрегиональном молодежном проекте «Александра Невский. Слава, дух и имя России». До 10 ноября на странице информационного портала в социальной сети ВКонтакте нужно опубликовать работу в соответствии с номинациями. В этом году их 6. Видео, рисунки, фото, стихи, песни и сочинения. Подробности на сайте Департамента образования Сарова. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 10 октября стартует рейтинговое голосование по выбору приоритетного проекта для благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Для учета мнений граждан запустят специальный сайт, на котором можно будет отдать свой голос. Также в местах массового скопления людей будут работать регистраторы. Приоритетную территорию можно выбрать из 5 вариантов. Это вторая очередь лыжной базы, бульвар от улицы Курчатова до улицы Березовой, детский парк на улице Сосина, зона отдыха на пруду Боровое и левый берег реки Сатис от моста на улице Строителя Захарова до Маслихинского моста. С дизайн-проектами можно познакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Формирование комфортной городской среды». Приемнику для безнадзорных животных требуются различные одеяла, байковые, шерстяные и так далее для утепления вольеров. Принести их можно на Зернова 24А. Телефон для справок 6-12-10. Приемник работает с понедельника по четверг с 8 до 16 часов, в пятницу с 8 до 15, обед с 12 до 13 часов. 10 октября в городской художественной галерее состоится премьера нового фильма, посвященного творчеству Агюста Ренуара. Этого художника знают и любят в первую очередь за его импрессионистские полотна с изображением Парижа, входящие в мировую сокровищницу живописи. Однако ими творчество Ренуара не ограничивается. В фильме изучают поздние работы автора, которые до сих пор вызывают разные реакции – от восхищения до раздражения. Начало в 18 часов для зрителей старше 12 лет. В Сарове прошел финал отраслевого конкурса «Лучший молодежный профсоюзный лидер». В наш город приехали представители профсоюзов различных предприятий атомной отрасли из Москвы, Электростали, Екатеринбурга, Новосибирска, Железногорска, Полярных Зорь. Российский федеральный ядерный центр в НЕФ представлял инженер-конструктор Максим Нехаев. Работе с молодежью профсоюз работников атомной энергетики и промышленности уделяет большое внимание. Именно для своих молодых участников он устраивает различные конкурсы, которые дают возможность проявить себя самым ярким и талантливым работником предприятий атомной отрасли. Один из самых известных и давних конкурсов – лучший молодежный профсоюзный лидер. На самом деле для нас очень актуальна проблема смены кадров. Стареем, никуда не деться. Нужно искать замену, причем замену квалифицированную, подготовленную, выдержанную, способную работать в стрессовых ситуациях, умеющих и знающих документы, умеющих с ними работать, способных находить нестандартные решения, потому что жизнь меняется, надо искать новые формы работы с молодежью. В этом году в конкурсе принимали участие 9 человек. Они приехали из Москвы, Электростали, Екатеринбурга, городов системы ЗАТО. Первый раз в конкурсе принимал участие представитель Кольской АЭС, инженер-технолог Елена Большакова. Визитку она представила вместе со своей командой. Они же помогали ей разработать проект дополнительного медицинского страхования по стоматологии. Впечатления от конкурса у Елены самые положительные. Она надеется, что еще не раз примет в нем участие. Очень здорово. Я очень рада, что наконец-то мы сюда попали. И очень надеюсь, что мы еще не первый раз поучаствуем и приедем. Участники очень, знаете, такая дружественная, классная атмосфера. На самом деле я очень удивлена, потому что все очень милые, добрые друг к другу. То есть как одна большая семья. То есть никакого такого прям грубого соперничества, соревнований нет. То есть все очень хорошо друг друга настроены. Максим Нехаев состоит в профсоюзе уже 15 лет. Сегодня он член молодежной комиссии профсоюзного комитета РФЯЦ в НЕФ. В этом году его выбрали представлять свое предприятие на отраслевом конкурсе «Лучший профсоюзный лидер». Участникам предстояло преодолеть 5 испытаний. Одно из них – защита проекта. Максим подготовил программу «Сертификат профсоюзного лидера». Я говорил о том, что нашим профсоюзным работникам просто необходимо подтверждать уровень своих знаний. В первую очередь это нужно для того, чтобы люди, которые обращаются за помощью к выборному профсоюзному работнику, чтобы у них было больше уверенности в том, что их профсоюзный лидер не только лидер, но и профессионал, что он компетентен и качественно может представлять их интересы на самом высоком уровне. Помимо защиты проекта, Максим и другие участники сдали экзамен по знанию устава Атомного профсоюза и Трудового кодекса Российской Федерации. Провели круглый стол. Также участники представили визитную карточку и агитку. Последний этап был направлен на привлечение новых участников, поэтому конкурсантам предстояло рассказать о преимуществах, которые дает членство в профсоюзе. Это возможность регулирования законодательства России на уровне постоянно действующей Российской трехсторонней комиссии. Это возможность отстаивать свои интересы путем заключения отраслевого соглашения и коллективного договора. Это страховки на сложные жизненные ситуации. Это развитие твоего личного и профессионального.
профессионального потенциала. Единогласно жюри присудило победу Максиму Нехаеву. Остальные участники получили заслуженные награды. Благотворительный спектакль «Пузырьки» представили саровчанам воспитанники студии «Мэй» молодежного центра под руководством Александра Бахановича. Постановку приурочили к Международному дню пожилых людей. Этот спектакль – часть благотворительного марафона «Город единства непохожих». Собранные на показе деньги пойдут на издание первого в Сарове литературно-поэтического сборника «Одаренных людей-инвалидов». Очередной этап благотворительного марафона «Город единства непохожих» стартовал полгода назад. За это время участники попробовали себя в творческих мастерских, футболе, танцах и инклюзивном театре. Проект направлен на социализацию и развитие молодых людей с ограниченными возможностями. Самое главное – это, конечно же, создать условия для приобретения каких-то положительного социального опыта как раз молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, да, попробовать себя повзаимодействовать и с волонтерами, да, и с гостями нашего вечера. В рамках проекта театральная студия «Мы» под руководством Александра Бахановича подготовила для гостей спектакль «Пузырьки» – трагикомическую историю из жизни советских школьников. Зрители смогли окунуться в атмосферу пионерских лет вместе с главными героями, поразмышлять на тему дружбы, чести и долга. Глеб Гавлачкин считает, что играть в благотворительных спектаклях вдвойне приятнее. Это что-то вроде единения всего города на таких мероприятиях. И неважно, какого ты роста, пола, сколько тебе лет, есть ли у тебя какие-то ограниченные возможности или их нет. Все на таких мероприятиях соединяются, и эта коллаборация вызывает много положительных эмоций. Перед началом спектакля прошла выставка-продажа «Жизнь дана на добрые дела». Активисты клуба «Лотос» представили сувениры, игрушки и картины, которые они сделали своими руками на мастер-классах. На собранные средства организаторы выпустят литературно-поэтический сборник «Одаренных людей с ограниченными возможностями», в котором напечатают произведения трех авторов. Там будет и поэзия, и проза, и немножко в японском стиле рассказы. У нас одна девушка-активистка пишет как раз вот именно в этом формате. Плюс ко всему, я надеюсь, что у нас получится. Мы очень тесно сейчас сотрудничаем с художественной галереей нашей, где подбирают работы, репродукции наших саровских художников к конкретному произведению. Организаторы планируют выпустить сборник к началу декабря в декаду инвалидов. На презентации можно будет приобрести книгу и пообщаться с авторами. Первая декада октября традиционно посвящена людям преклонного возраста. Для пенсионеров в эти дни проходит много различных мероприятий, лекций, встреч и экскурсий. Например, пожилые люди могут посетить выставки, мастер-классы и квест в художественной галерее. Подробности далее. В этом году сотрудники художественной галереи решили провести для старшего поколения квест «Бабушкин клубок». Его приурочили к декаде пожилого человека. Гости на каждой станции отгадывали загадки, рисовали героев из мультфильмов, вспоминали любимые сказки и отвечали на вопросы викторин. Путешествуем по выставке Юрия Вознецова, знаменитого отечественного иллюстратора детских книг. И в каждой работе здесь на выставке подсказки на наши вопросы. Впервые для гостей вечера организаторы приготовили творческий мастер-класс. На нем пенсионерам раздали акварельные краски, кисти и гипсовые магниты в виде обычных листов дерева. Разукрасив изделие разноцветными яркими цветами, обычная гипсовая поделка превратилась в красивый осенний листок. Посмотрите, какую красоту мы здесь сделали сами своими руками. Слов нет, как понравилось. Просто неожиданно так нас хорошо здесь встретили. Столько мы тут интересного, столько мы вспомнили про сказки. Принять участие в квестах и посетить выставки в художественной галерее пенсионеры могут бесплатно до 10 октября. Более подробную информацию можно узнать по телефонам 702-87-702-94. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.